Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале TACTEC, официального дистрибьютора марки 5.11 в России. Я Денис Яковлев, руководитель компании. Наступило лето, а это значит самое время перенести все свои тренировки из спортзала на свежий воздух. А чтобы добиться значительных результатов, нужно уделить особое внимание, в том числе и подбору удобной одежды. Поэтому представляю вам шорты Vandal 2.0 и Vandal 11 от 5.11 Tactical. Это легкие тянущиеся шорты идеально подойдут для занятий спортом. Они сочетают в себе комфорт и свободу движения. Особого внимания заслуживает материал, из которого они сделаны. Он состоит из 80% полиэстера и на 15% из эластана. Именно благодаря такому составу ткань шорт тянется во все четыре стороны. Кроме того, это ткань рипстоп, а это значит, что шорты обладают повышенной прочностью, и даже если вы повредили ткань, то дальше она не разойдется. Повышенная прочность также обеспечивается двойной прострочкой швов в ключевых точках напряжения. Ткань быстро сохнет, поэтому эти шорты также подойдут для плавания. И у Vandal 2.0, и у Vandal 11 пояс затягивается шнуровкой. На шортах два кармана. Один карман закрывается на молнию YKK. Он надежно разместит себе ключи, телефон и другие нужные мелочи. Что касается второго кармана, здесь есть небольшие отличия. В модели Vandal 2.0 он закрывается на липучку, а у Vandal 11 он стал быстрого доступа. На всех моделях шорт подкладка карманов сетчатая. У Vandal 11 есть маленькая фишка – светоотражающий логотип 5.11. У Vandal 2.0 имеются боковые вставки Freedom Flex с перфорированной тканью, что обеспечивает дополнительную вентиляцию. В новой модели они отсутствуют. Шорты Vandal 2.0 представлены в двух цветах – черный и адмирал, ярко-синий. А шорты Vandal 11 в четырех цветах – цвет вулканик, темно-серый, рейнджер грин, темно-зеленый, пасифик неви, темно-синий и цвет лейк, бирюзовый. Если вам понравился наш обзор, ставьте лайки и не забывайте подписываться. А если вы хотите узнать еще больше информации об одежде 5.11 Tactical, заходите на наш сайт tactec.ru. Задавайте вопросы нашим онлайн-консультантам, заходите к нам в гости в наш экипировочный центр на Бауманской и проспекте Вернадского и к нашим партнерам в других городах. До новых встреч, друзья!